Мы как будто идем по дну моря. Да. Такие водолазы. И по бокам раздвинулись воды. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Привет! 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 Ой, какой! Улыбается! У меня такой восторг! Какая огромная акула! Слушай, у нее взгляд такой. Вот когда они все вместе, в сочетании, да, и маленькие рыбки, и акулы, и скаты, это вообще такая массовка. Это что-то. Вот умеют же в Турции строить туннели. Даже подводные. Куда сходить в Анталии зимой? Заплывем тоже в аквариум. Туда-туда. И где-то там океанариум. У меня есть два билета. Так, заходим. Привет, слушай, ну друг! Ну вот таких мы, конечно, в море не видели плавать. Ой, какой красавец! Прям позирует, смотри-ка. Ох, да. Они какие дружелюбные. Вау, ну надо же, надо же. Как тебя зовут, друг? Вот она синенькая, смотри какая. А здесь уже серьезные ребята такие. Какой, кстати, у них взгляд. Это обитатели уже Тихого океана. Вот этот друг самый активный. Да. Что-то беспокоится, что-то рассказывает. Он говорит мне, подходите к нам. Подходите. Какие разноцветные, как птички. Да, да, да. Их еще так много вообще. Да, 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 да. Ну тут правда можно часа три ходить, релаксировать, просто рассматривать. Плыву это я такой плыву. А тебя за бочок? Тап-тарап. Тап-тарап. Слушай, а вот это-то, я думала, это папье-маше, оно не двигается, оно все замерло. О, вот большая. Вау. Слушай, какие интересные. А это сомик, смотри, сом лежит. Сомище. Это показывает, что происходит с человеком при встрече. Ну давай, друг, на приеме у стоматолога покажи зубки. Ну надо же. Зубки быстро точат. Спрятались. Какие у него зубки. О-хо-хо. Вот это улыбка. Художник изобразил Ноев ковчег. На самом деле, как описывается, он был квадратной формы. Прямоугольный. Прямоугольный, да, прямоугольный, не как корабль. Здесь такое видение. Интересные декорации в аквариумах. Затонувший корабль. Какой-то, да, затонувший корабль. Надо, знаешь, как делать? Не за одной рыбой наблюдать, а как бы сферическое зрение подключить, боковое. Да, 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 да. И стараться увидеть картину целиком, масштабно. Слушай, у меня такое впечатление, что они вокруг меня плавают. Да, да, как будто ты находишься под водой, и они вокруг тебя плавают. У меня вот такое так. Ощущение, что они у меня из-за спины выплывают. Ребята, я теперь знаю, как улыбается скат. И плавает кверх кузом еще. Кажется, такой огромный-огромный. А ближе подплывает? Чуть меньше. Может, из-за стекла? Да, вода увеличивает. Надо же. А, вон у него голова где вылазит, смотри. Ничего себе он. Он сам туда что ли залез? Эй, друг. Это вот этот и есть европейский угорь? Привет, говорит. Привет. Вот этих рыбок, если встретите, не прикасайтесь к ним. Они красивые, но у них на кончиках
иголок, яд очень такой сильный. Ядовитые крылатки называются. Крылатки? Очень ядовитые плавники, я сейчас прочитала на стенде. Это настоящие челюсти акулы. Ракушки, смотри, какие огромные. Вообще. Это раковина. Попробует на вкус просто. Отщипнет кусочек и все. Угу. Вау, ну смотри, что делает. Ну, ребята. Такая тревожная музыка. А теперь тревожная музыка. Да, кормежку мы сегодня пропустили, но я чувствую, что мы захотим еще раз посетить это заведение. Да, мы еще раз придем, точно. Тем более, пока действует скидочка. Пока у нас есть кимлик. Смотри, смотри, как птицы летают. Такой хорошенький. Вот этот прям такой. Красавчики. Интересно, правда, у них как будто улыбка, да, такая? Да, да. Позитивные такие скаты, оказывается. Оу. Какая она мощная. Ничего себе, зубки у тебя. Вау. Покажем зубки. Покажи зубки. О, вот к нам подплывает. Вот это да. Правда, красотка. Вот где такое еще увидишь так рядом, да? Я бы не хотел такую в открытом море встретить. А вот с таким другом я бы пообщался. Привет! Свет улыбается. Вот реально голова... Слушай, у меня такое чувство, что я под водой, я даже чуть-чуть давление чувствую. Да, да, да. Водное. А что, вполне возможно, что мы сейчас ниже уровня моря, и вода, возможно, фильтруется прямо из моря сюда. Да. Ну, наверное, я не знаю, я представляю просто. Представь, как круто. А, ну да, там пещеры, солевые пещеры есть в Турции. Это, конечно, искусственно, а есть прям настоящие. Ух ты, туннель-то продолжается. Да-да-да. О, какие. Это акула, это акула. Смотри, какие активные. Какие масенькие. Какие шустрые они, а. Сегодня мы обнаружили для себя такой эффект, что когда близко-близко к стеклу смотришь, и такое чувство, что ты прям там, в аквариуме. Стереоэффект, и да, эффект присутствия вообще... просто нереальный. Действительно шикарные здесь вот эти аквариумы, бассейны. Да. Очень. Просто 10 баллов из 10. Очень круто, ребята. Обязательно сходите. Я даже не думал, что здесь так хорошо. Вот тоже девушка утонула в аквариуме. Представила себя. А, здравствуйте. Здравствуйте. Да, эффект такой, да, когда смотришь туда, близко к этому стеклу, и как будто ты там. Вау. Как будто рыбу тебя из-за спины выплывают, так вокруг тебя, да? Вообще. Вот она подплыла. Вот здесь вот ракурс очень красивый, действительно. О, и золотые слитки лежат. Ага, точно, золото. Вот что, акула охраняет. Так, вот она еще. На второй круг идет. Привет, привет. Они в паре. Да, да, с этим скатом они что-то дружат.
А вот видишь, большой окунь лежит. Он замер. Он прям под цвет замаскировался, да. И лежит такой, вон он прямо. Беленький, серенький такой. Обязательно еще раз придем. Действительно, да? Пойдешь еще? Конечно. Такая гладкая. Надо будет прийти на кормление. Гладкая акул. Кожа. А, да, точно. Не забыть, что в 12 кормят акул. В следующий раз к 12 придем. Морское представление. Скат. Рядом со мной проплыл. Еще один. Охотимся за большой акулой. Вау. Она так быстро плывет. А, вон она. А, да, да. Ну там она прям, нам повезло, что она прям рядом проплывала, да? Вон она большая-то пошла туда. Ну я сейчас адаптировался уже нормально, когда зашли. Казалось, прям как будто это, да, под воду погрузился. Ну, представь, куда-то. Сколько тонн воды здесь на тебя давит. Ну, наверное, да, все-таки перепад атмосферного давления есть какой-то, да. Остались ли вы довольны? Я выплыла живая. Выплыла? После плавания с акулами. Я выплыла. Я тоже, ребята, выплыл, довольный вообще. Слушайте, еще раз придем, 100%. Или копьёшь. Да-да, ну тут сувениров, конечно, всяких. У меня сейчас батарейка уже сядет на камере. Сейчас быстро расскажу по ценам, сколько мы заплатили за это удовольствие. Вот, присели рядом с лягушечкой. Да, вот общаемся с лягушкой в банановых зарослях. Сейчас расскажу вам по ценам. Итак, немножко расскажу по ценам. В общем, купили мы 2 билета. Общая сумма 330 лир на двоих. Это, ну, там по 160 лир на человека примерно. Вот, сейчас мы гуляли. Можно гулять хоть 3 часа. То есть время не ограничено. В 12 часов здесь проходит кормление акул. То есть кто хочет это посмотреть, нужно приходить к 12 часам. Но чтобы получить скидку, вот мы сходили очень дешево в этот аквариум, нужно зайти в магазин А101. Ну, это такой супермаркет, все его знают. И купить там продукты на 200 лир. Если вы покупаете продукты на 200 лир, вам дают вот такой купон скидочный. И вы получаете скидку 50%. То есть, если бы у нас не было купона, мы бы заплатили сейчас 660 лир. Но так как мы зашли... На двоих. Да, вот такой один купон, это на 2 человека. Получается, мы 50% скидку получили. Но если у вас нет вида на жительство в Турции, тогда на человека будет стоить где-то 38 долларов посещение этого аквариума. Ну, надеюсь, по ценам все понятно объяснил. Если есть вопросы, пишите в комментариях, дам дополнительные пояснения. Нам очень понравилось, просто круто. Мы еще раз обязательно пойдем. У нас вот есть еще один такой билет. Всего по 150 лир с человека, и вы просто отдыхаете, наслаждаетесь, получаете релакс. Это очень круто. Правда? Да. Это было неожиданно. Да. Все, пойдем. Пока. Пока-пока. Вот в таких банановых зарослях мы тоже сняли для вас интервью. Да. От подводной лодки, наверное. Кумкват. Кумкват? Да-да, кумкват вот это. Их сейчас вообще на фоне зелени не видно, но они будут скоро оранжевые. Ага.